всем планете Маяк, приведшая к радиоактивному состоянию местности и образованию Восточно-Уральского радиоактивного центра. По следствию радиации 85% территории заповедника относятся к зоне экологического объекта. Изучают влияние на живые и организованные ресурсы. Как минимум, существует лишь адаптированность к радиации. Погибшие после аварии деревья восстановлены. Заповедники специально красный. По крайней мере, бушмы. Саранка. Прострелы синие и лилии. Любопытные. Редкие растения. Чет. Наблюдает в Восточно-Уральском заповеднике 7 8 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